Всем привет! В эфире «Большая афиша» на канале «Европа плюс ТВ Беларусь». С вами Кристина Агинская. Сегодня вы узнаете, когда пройдет грандиозный концерт группировки «Ленинград», где будет выступать рэпер Фейс, а также о кинопремьерах этой недели. Для начала немного о предстоящих масштабных концертах. «Выдыхай», «Вселенная бесконечна», «Мое море», «Устрой, дестрой» – все эти песни вы, конечно, знаете и не расслышали. После долгого перерыва Noize MC возвращается в Минск. Это будет, как всегда, большой концерт, но на этот раз в совершенно новом и необычно, буквально шокирующем формате с оркестром русских народных инструментов. Как вам такое? Prime Hall, 5 декабря, 19:00. Любовь группировки «Ленинград» в белорусской столице известна, и именно поэтому они дают сразу два концерта. К сожалению, это финальный тур группировки, поэтому попасть на концерт просто необходимо. 24 и 25 ноября, 19:00, Минск-арена. Артист Газгольдера, который в 2017 году стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады страны, T-Fest возвращается в Минск. Он в очередной раз пошумит со своими фанатами и раскачает зал. 30 ноября, 19:00, Prime Hall. Скандальный и эпатажный рэп-исполнитель Фейс выступит в Минске. Беззаботно и легко он покоряет одну творческую вершину за другой, оставляя всех своих конкурентов позади. 24 ноября Фейс вернется в Минск, чтобы презентовать расширенную шоу-программу. Prime Hall, 18:00. Теперь о самых крупных мероприятиях этой недели. В Минск приезжает группа «Нервы». Это музыкальная рок-группа, появившаяся благодаря Евгению Мельковскому. Группа активно гастролирует по городам России, Украины, Белоруссии и Прибалтики. А несколько композиций группы используются в качестве саундтреков к молодежным сериалам «Универ», «Закрытая школа», «Физрук» и «Молодежка». 19 ноября, клуб «Репаблик», начало в 19:00. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Мысль эта очень известная. А если в роли актеров выступают уральские пельмени? Она становится и очень смешной. Да-да, уральские пельмени приезжают в Минск с программой «Лучшее и веселое». 1 декабря во Дворце Республики, начало 18:00. Приходите, будет очень вкусно. Стань частью незабываемого шоу и успей попасть на большой сольный концерт Валерия Кипелова, где будут исполнены только самые лучшие песни под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра. 23 ноября, Дворец спорта, 20:00. А теперь о кинопремьерах этой недели. Частное детективное агентство под руководством таинственного Чарли открывается во всех уголках земного шара. И команды профессиональных ангелов обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. Встречайте новое поколение секретных ангелов в фильме «Ангелы Чарли» во всех кинотеатрах Минска. Картина в прокате до 24 ноября. Драма «Текст» с Александром Петровым и Кристиной Асмус уже вовсю идет в кинотеатрах Минска. Главный герой выходит из тюрьмы и понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Он совершает необдуманный поступок. А какой, вы можете узнать в кинотеатрах Минска. В прокате фильм до 20 ноября. Создатель фильма «Годзилла. День независимости 2012» Роланд Эммерих представляет новый фильм. История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане во время Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимитса одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне. Смотри картину «Мидуэй» во всех кинотеатрах Минска в прокате с 14 ноября. Новый триллер от Стивена Кинга «Доктор Сон». Эта история рассказывает о мальчике Джонни, который пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем гибели своего отца. Критики оценили фильм по достоинству, а вы сможете посмотреть во всех кинотеатрах Минска до 22 ноября. На сегодня у меня все. Надеюсь, информация окажется вам полезной, и вы сможете найти свое мероприятие по душе. С вами была Кристина Агинская. Всем пока и до новой встречи на канале «Европа плюс ТВ Беларусь». Продюсерский центр Андрея Буяйского объявляет новый набор на курс и мастер-класс «Сам себе продюсер». Продюсер в сфере ТВ, кино, шоу-бизнес, музыкальная индустрия, клипмейкер, телеведущий, телеведущая, плюс бонусная профессия – концертный директор. Подробную информацию можно получить по телефону 375-29-624-96-36. Зажги свою звезду сегодня!